Очень я хочу. Как же мне поздравить? Рассуждаю я. Знаю, завтрак приготовлю. В доме уберу. Одежду я поглажу. Чай сварю. Нет, не будем наших мамочек огорчать. Ведь с электроприборами нам нельзя играть. Хоть и выживают приборы, интересно, но нас предупреждает служба МЧС. Мамочка родная, любимая моя, спешу скорее поздравить букетиком тебя.